Аманбек Джайнаков был крупным ученым, об этом говорят его работы и многочисленные государственные и международные награды. Однако признание пришло не сразу. С 1963 по 1976 год он прошел путь преподавателя, аспиранта, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой теоретической физики КГУ. В 1970 году Аманбек Джайнакович защитил кандидатскую, в 1984 докторскую диссертацию. Академик Джайнаков, ошо илими Улттымдер академиясы менен биргеле. Аманбек Джайнаков с 2003 года является академиком Национальной академии наук. Он воспитал более 20 докторов и кандидатов. Также у него множество госнаград, в том числе и международных. Выражаю глубокое соболезнование от имени президента Садыра Джапарова, председателя кабинета министров Акылбека Джапарова и администрации президента. Про работы и успехи Аманбека Джайнакова было сказано многое. Его труды и успехи будут жить. История покажет и докажет, насколько великим был Аманбек Джайнаков. Аманбек Джайнаков был невероятно предан своему делу. На протяжении 55 лет он занимался научно-исследовательской, педагогической деятельностью во многих вузах страны и воспитал множество учеников. Его научные труды известны далеко за пределами нашей страны. Он поддерживал тесные научные контакты с учеными России, Украины, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Им опубликовано более 400 научных работ, в том числе 12 монографий и 14 учебников и учебных пособий. Я знаю Аманбека Джайнакова с 1985 года. Тогда я был студентом. Позже мне удалось поработать под его началом. Он был действительно отличным преподавателем, хорошим организатором. Несмотря на его заслуги и достижения, он был очень простым человеком. И то, что сегодня на панихиду пришли много человек, приехали в том числе и из Казахстана, говорит о том, что он был по праву уважаемым человеком. Аманбек Джайнаков был награжден орденом Манас третьей степени, медалями за трудовую доблесть и Манас 1000, почетной грамотой Кыргызской республики и наградами зарубежных стран. Аманбек Джайнаков проводил большую научно-организационную работу, являясь президентом физического общества Кыргызстана, членом редколлегии Кыргызской национальной энциклопедии, членом комитета по государственным премиям Кыргызской республики в области науки и техники, председателем диссертационного совета по физико-математическим наукам, членом президиума Центрального комитета профсоюза работников образования и науки. У нас в Кыргызстане физика низкотемпературная плазма очень развита и во всем мире признается. Вот один из зачинателей, основополагающих как бы в этой области был Аманбек Джайнакович. Вместе там с Джембаевым, Энгельсом, как раз он являлся вот как бы большой вклад внес в развитие вот вообще кыргызской науки по физике. Он и был хорошим организатором, он по численным методам моделирования вот плазменных процессов является, ну, не только признанным в Кыргызстане, но и в СНГ, в СССР и во всем мире. Панихида по Аманбеку Джайнакову прошла в Национальной академии наук. Проститься с ученым пришли его родные, близкие, коллеги, а также ученики академика. Видного научного деятеля похоронили на Аларчинском кладбище. Достан Касканов, Чингиз Джумагулов, Алатау 24.